23 февраля – День защитника Отечества. Вот 5 выдающихся героев, которые совершали подвиги, защищая нашу Родину. Козьма Крючков. В Первую мировую войну во время сторожевого рейда Крючков попал в окружение 27 немецких патрульных. Вдобавок, в винтовке Крючкова перекосило патрон, так что отстреливаться не получилось. Но бравый казак не растерялся и с шашкой наголо вступил в бой с 11 немцами. Неудивительно, что оставшиеся в живых неприятели, увидев настоящего казака в бою, ринулись бежать. Николай Попов. Такое имя взяла себе гимназистка Кира Башкирова, чтобы попасть на фронт Первой мировой. 16-летняя девушка записалась добровольцем в один из стрелковых полков, и все сослуживцы были уверены, что она – самый обычный солдат. За храбрость в ночной разведке Башкирова получила орден Святого Георгия 4-й степени. В те годы такому позавидовал бы любой мужчина. Раиса Аронова. Немецкие солдаты прозвали Раису «ночной ведьмой». В 41-м Аронова ушла на фронт с 3-го курса института, научилась управлять самолетом, и вскоре ее звено ночных бомбардировщиков стало настоящим кошмаром неприятеля. Всего на счету Ароновой почти 1000 ночных вылетов. Дмитрий Закревский. Во время Великой Отечественной войны Закревский получил задание выведать расположение войск неприятеля. Но отважный разведчик сделал кое-что получше. Пробрался в штабной танк, где лежали все секретные документы, и доставил своему командованию вместе с танком. Да-да, угнал его прямо из-под носа опешивших от такой наглости немецких офицеров. Это герой уже наших дней. Военный врач-анестезиолог за свою карьеру вынес на руках 23 солдата. Во время одного боя Милютин увидел сбитого летчика, спускавшегося на парашюте в расположении вражеских войск. Вместе с группой десантников врач прорвался на территорию противника, спас летчика и сам доставил его в полевой госпиталь. Милютин служит в медицинских войсках по сей день. Это были 5 героических поступков наших военных. С праздником, защитники Отечества!